Всем привет! В последнее время у меня появилось новое хобби. Я решила заняться шитьем. И вот я уже пошила свою первую джинсовую сумку. Вот такая вот она. Это лицевая сторона. Здесь вот такие четкие линии, отстрочка. Сделана крепко, на совесть. Это обратная сторона. Здесь тоже диагональная стежка. Тоже сделана четко, качественно. Еще здесь сделала карманчик на молнии. Это специально для монеток. Сумка у меня на молнии. Здесь вот карманчики. Это карман из джинса. Это специально для телефона. Что открыл молнию, телефон рядышком. Здесь еще второй простой карманчик вот такой вот. Еще сделала карман на молнии. Ну, это для чего-нибудь такого там. Вот, денежки спрятать, чтобы было закрыто под замочком. И заметьте, подкладка моей сумки светлая, потому что когда темная подкладка, то открываешь сумку, и там ничего не видно. А со светлой подкладкой все как-то совсем по-другому. И еще я пришила в боковой шов подкладки вот такие вот петельки, для того, чтобы не искать ключи, чтобы ключи не терялись в сумке. Это сейчас у меня сумка пустая, а когда сумка наполнена, искать ключи это очень неудобно. А так открыл молнию, потянулся шнурок, вот они, ключи уже в руке. Вот. Старалась сделать качественно. Вот все ровненько. Вот так вот. Ручки в сумке сделала длинноватые, для того, чтобы сумку можно было взять на плечо. То есть я вижу, что реально она у меня получилась. Вот буду ходить я с этой сумкой или нет, это уже другой вопрос. Это уже другая песня. Но работой своей я довольна. Хобби себе я нашла. Мне нравится. А вам? Всем пока!